Приветствую вас. Да, почти все эксперты указали вам на то, что причина вашего состояния – это развод, это завершение отношений с женщиной, которая будет себя винить за то, что вы наложили на себя руки. И это та женщина, которую вы любите до сих пор. Признаться честно, хотелось бы лучше понять характер ваших отношений с ней. Это первый момент. Второй момент. Значит, вы пишете о том, что подобное состояние, подобная проблема, она возникла еще в период вашего брака, и именно это послужило причиной того, что вы расстались со своей женой. Понимаете, вы не пишете, наверное, основного, то, что вы указали в своем дополнение. Вы не пишете о том, если это состояние у вас возникло до развода, то получается, что развод его усугубил, то есть сделал это состояние более реальным. Что же, собственно говоря, послужило причиной образование этого состояния еще до развода. А если вы не могли жить счастливо уже вместе с супругой, значит, вы изначально жили не для себя, а для нее. Ну или, по крайней мере, для людей, которые вот с вами непосредственно были в отношениях, да, то есть вы упоминаете своих родных, вы упоминаете своих наших родственников, вы упоминаете свою бывшую жену уже. И все это вы упоминаете, как я понял, в контексте того, что эти люди будут переживать, если с вами что-то случится, если вы, например, наложите на себя руки. Таким образом, можно сделать вывод, что вы очень много и сильно переживаете за этих людей. И вполне вероятно, что жили вы как раз таки, вот что интересно, жили вы для них, а не для себя. По крайней мере, думаю, что такой элемент в вашей жизни присутствовал. И это началось, гораздо, я думаю, раньше, чем даже вы женились на своей первой женщине. Я думаю, что подобное началось еще в детстве или в подростковом возрасте, когда вы стали жить не для себя, а для других людей, когда вы стремились оправдать ожидания этих других людей, и тем самым вы вытесняли свои собственные желания, вытесняли их желаниями других людей, и в итоге пришли, как я понял, и если я вас правильно понял, пришли к тому, что желания других людей вас не удовлетворяют из-за того, что это все-таки желания других людей, а своих желаний у вас не осталось. И тогда возникает вопрос, кто и как внушил вам, что жить нужно для других людей. Понимаете, если человек не может быть счастливым сам по себе, независимо от кого-то, и если у вас начались проблемы еще до расторжения брака,
То значит, привычные элементы поведения, которые удовлетворяли вас ранее, перестали это делать. И вы начали терять смысл, в существовании. Далее. Вы пишете о том, что, значит, хотите умереть. Почему вы хотите умереть? То есть желание умереть – это желание сбежать, по сути дела. Желание уйти от реальности и, собственно, уйти от реальности для того, чтобы снизить напряжение, разрешить конфликт и так далее. Так о каком конфликте, собственно говоря, идет речь у вас? Что вам мешает быть в гармонии с собой? Что вам не дает чувствовать вот это расслабление? Вы пишете о том, что, значит, делали списки своими желаниями и каждый день перед зеркалом проговаривали свои эмоции, чтобы положительные преобладали. Все результаты внешние, а внутри вы хотите менять. То есть получается, что то, что вы делали, у вас не вызывало никакого результата внутреннего, глубинного. Это означает, что глубинные негативные установки, которые у вас есть, остались непроработанными. На данный момент, если отвечать на вопрос, что вам делать и как научиться жить, я бы сказал, что вот на эти вопросы вот так вот в формате одного ответа ответить не получится. Потому что проблема явно очень глубже. Если вы даже с психологом не смогли проработать ее, то я думаю, что она находится глубже. И самое главное, что вы не отдаете в ней, как я понял, отчет о себе. Потому что вы говорите, что такое состояние началось до того, как вы развелись со своей женой. А что повлияло на это состояние, вы не говорите. Какие происшествия в вашей жизни заставили вас испытывать это состояние, вы точно не говорите. Понимаете, подобное состояние, оно не возникает внезапно, оно не возникает просто так. Оно не возникает, знаете как, перманентно, да? То есть вот его не было, и вот раз, оно уже есть. Такого не бывает. И точно так же, просто так оно не уйдет от вас. Его нужно прорабатывать, понимать его природу, природу как бы этого вашего состояния. И природа его в узком смысле такова, что ваше подсознание, скорее всего подсознание, постоянно сигнализирует вам о том, что вы игнорируете какие-то свои базовые фундаментальные потребности, которые удовлетворены, у вас не были. Я думаю, что работать здесь нужно не столько вот в направлении пути к счастью, потому что счастье, оно для каждого свое, надо сказать. И учиться жить, это по сути значит совершать ошибки. Учиться жить, это по сути допускать какие-то случайности в своей жизни и так далее, которые вам бы, например, не хотелось бы, но которые обязаны произойти. Каждый учится жить по-своему. Я думаю, что вам нужно в первую очередь озаботиться двумя вещами. Первое – это проследить, когда же началось у вас вот такое состояние. И второе – это, как я уже сказал,
Характер у вас очень интересный. Характер взаимоотношений с женой, со своей бывшей женой уже теперь. То есть, этот человек, как я уже сказал, будет сожалеть, если с вами что-то случится. Этот человек будет винить себя, по вашему мнению. Но при этом вы с этим человеком уже не вместе, и при этом вы до сих пор его любите. Возникает вопрос, а если вы до сих пор его любите, для чего вы встречаетесь с другой девушкой? Ну, вы же не закончили, получается, отношения еще со своей бывшей женой. А уже встречаетесь с другой девушкой. Вы сказали о том, что не для того, чтобы забыть свою бывшую, вы написали, а потому что она реально вам нравится. Допускаю, что она вам нравится, но если вы свою жену до сих пор любите, то волей-неволей вы сравниваете свою настоящую девушку с женой, и волей-неволей она это сравнение всегда будет проигрывать. Потому что борется она, по сути, с призраком прошлого. Я думаю, вам нужно сперва, точнее даже не, это не сперва, а вам нужно вначале заработать первоначальную причину вашего этого состояния, что она из себя представляет. Какой комплекс она из себя представляет, эта ситуация, которая раз за разом способствует, или лучше сказать, даже провоцирует у вас такое ощущение. И обязательно во второй очереди, в порядке, во второй очереди, вам нужно, значит, для себя определить причины развода. То есть вот конкретно, почему вы развелись и что заставило вас это сделать. Перечислили вы до конца. Потому что вот это вот ваше, что жену вы любите до сих пор, это как бы намекает на то, что вы ее до сих пор не забыли, и значит вы по ней скучаете. Характер ваших отношений с ней тоже желательно бы получше раскрыть. Потому что пока не очень ясен этот характер. Что он из себя представляет, этот характер? Как вы себя позиционируете оба по отношению друг к другу? Непонятно. Вот об этом и нужно с вами разговаривать. Понимаете? Нельзя научить, к сожалению, вас жить так вот в формате одного ответа. Хотел бы я лично, но не могу. Это невозможно. Жить вам, учиться вам жить нужно самому, самостоятельно. А мы можем вам только лишь помочь понять себя. И, собственно, на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Получилось уже много, и так. Что еще можно добавить? Значит, ваши мысли появляются после отличного дня с прекрасной девочкой, которая, улыбаясь, сопит рядом со мной. То есть ощущение, что вы живете не для себя. Ощущение, что вы живете для другого человека. Для девочки, может быть, но никак не для себя. Жить нужно для себя. И вот если вы будете учиться жить для себя, а для этого нужно понять, в какой момент вы начали жить не для себя. То есть вы здесь вскрыли, значит, свою зависимость.
То есть вы хотите быть счастливым сам по себе, независимо от кого-то. А вы привыкли быть счастливым не сам по себе и в зависимости от кого-то. Вот в каком моменте это началось, скорее всего, вам это привили ваши родители. Или в подростковом возрасте вы сами для себя увидели такой вот достаточно легкий способ быть счастливым, но это всего лишь навсего иллюзия, в действительности это не способ быть счастливым, а это способ казаться счастливым для счет другого человека. Кому-то этого хватает, кому-то этого достаточно, но очень часто бывает так, что все-таки этого мало. И вот тогда у человека наступает примерно та самая пустота, о которой вы говорите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Простите, если не получилось ответить на ваш вопрос так, как вы хотели. Это невозможно. Еще раз повторю, проблема ваша глубокая. Нужно задавать вам вопросы, нужно с вами работать. Понимаю, что средств у вас сейчас нет, но, тем не менее, надеюсь, что мои рекомендации помогут вам самому определить причины того, с чем вы столкнулись. Также рекомендую последовать совету эксперта Лидии и задуматься о посещении не психолога, а психиатра, причем желательно очно, дабы исключить у вас более серьезные психические заболевания. Ну, например, это вот депрессия, это, например, склонность к суициду и так далее. И, собственно говоря, для облегчения вам задачи, давайте подумаем, от чего вы бежите к смерти. То есть, когда, с какого момента смерть стала для вас привлекательнее того, что вы имеете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!